Там один добрый, а вторые злые. Они были для хорошего и с ними гладились. Но он хотел улететь, но они его забрали. Комедия – это что страшное? Комедия – это что-то смешное, что показывает по телевизору. Ну, что это какая-то земля? А может, там живут гномы? Шутка – это смешная вот история. Жарт? Ну, це жартувати. Про що бувають русалки? Которые шутить. Смешная, и она не по-настоящему. Ну, так придумывают, а что-то говорит, что-то тут нету, и говорит такое вот. Ну, например, что тут машина, а тут нету машины. Ну, комики мне не нравятся. Мне нравятся принцессы, а не комики. Потому что они красивые, комики не нравятся. А, я знаю. Це багато там людей, які смішать. Они сначала это видят, а потом говорят. Это у меня, а потом не. Они любят баловаться. Чтобы весело было. И всякие цирки придумывают. Я не знаю, как придумывают. Просто вставляют голос, и они говорят, что было весело. Придумывают, фантазируют. Смешные фильмы, чтобы рассмешить людей. Ну, он просто помогает своим друзьям, просто ходит везде и все. Что скучно не было. Чтобы рассмешить человека, надо пощекотать. Просто взять шарики гелевые, взять гель, и можно рассмешать так людям. Надеть смешной нос, парик и туфельки. И сделать что-то веселое. Походить и побибикать. Шутками. Усмешить. Пародія – це якщо ти показуєш щось смішне і чуже. Він, напевно, шутить, що у них взагалі дома цирки стоять. Он высокий, большой, с бородой, смешит людей. Училка летали, салат цветок, улок сгулали, добрый медок. Ой, сладкий сипа цветок, дождь свечу на мой дедок. Скажешь, жалит иди, ты пчелок, носит ванином галный медок. Шостіжок на торжок продавати кожушок, кітку повтого кожух. Загорнусь по самі вуха, як забіг мені вдихати, хоч остав розставати. Сів муркотик за мішком і умився кожушком. Колють, колють, коляда, у віконці загляда, у різдвяну світлу нічку запали на радісічку. Коляду позви до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, сина Божого шануйте. Іде бичок, качається, вдихають на ходу. Ой, досточка кончається, зараз я упаду.